Без веры Богу угодить нельзя. Делами не спасется самый лучший. Лишь вера отверзает нам глаза и распечатывает чудно наши уши. Святая Библия – единственная книга, написанная святыми по указке Бога. Ее сжигали, но до нас достигла. Бог не советует ее кому-то трогать. Хранимая от извергов дельцов, сам Иегова бодрствует над нею. На лица невзирая, выскажет в лицо и семенем своим тысячелетия сеет. Но кто не верит строчкам и словам, свой вкус и запах чудно сохранившим, тот пень бесчувственный, нетесанный болван, окажется слепым, ногим и нищим. Неверующий Богу представляет, что Бог обманщик, лжив, непостоянен. Не устоит такой в суде, ослабнет, расплата неоплатная настанет. Так верьте ж истово любому изречению, евангельским, апостольским наказам. Сынов царя она творит из черни, непокоривым угрожает казнью. Без Библии и шагу не шагнуть, она светильник в непроглядном мраке. Кто ею пропитался, не согнуть, их не загнать в искусственные рамки. Как сладко верить Богу по Писанию, доверившись, что так оно и будет. Хотя монахи Библию кромсали в двунадесятое, в предпразднество и в будни. Без веры в Бога шагу не ступить, доказана история России. Она нам приготовила посты, поможет их с раскаянием осилить. 24 июня 2006 год.